В воскресенье 21 июня в России отметят День медицинского работника. Слова поздравлений примут несколько тысяч магаданских специалистов. Сотрудники регионального отделения Пенсионного фонда поздравляют виновников торжества и напоминают о возможности досрочного выхода на пенсию. Она зависит от стажа работы в учреждениях здравоохранения. Не менее 25 лет в сельской местности и 30 в городах и поселках городского типа. Год работы в сельской местности засчитывают в указанный стаж работы как 1 год и 3 месяца. Медицинским работникам, которые трудились в стационаре в отделениях хирургического профиля, анестезиологии, реанимации, патологоанатомических и отделах судебно-медицинской экспертизы, год работы засчитывают за 1 год и 6 месяцев. Существует список должностей и учреждений, а также правила исчисления периодов работы, которые утверждены постановлением правительства Российской Федерации.